Кто тут ползет? Марселька? Проснулся уже тут. Че, он тебя не кусал? Смотри, какой он хорошенький. Марсель. Марселя. Мась. Мася. Степ, ногами ты шевелишь. Он за тобой. Кто там прыгает? Ох, попрыгун, а то ко мне в цветок залезь, ты получишь. Если ты мне будешь цветок возить. Слышишь, жук? Иди сюда. Степа опять зашевелился. Опа, 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 опа. Не пугай его. Спрятался, спрятался. Ручкой пошевели. Эй, ты куда? Ты куда полишь? Маська, не убегай. Мася, не лазь там. Там у нас хлам лежит. Там у нас все заставлено. Куда Мася? Мася, 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 Мася. Все. Пантерка пришла. Степка ее сразу себе под одеяло. Пантера, пантера. Представьте, ребят, вчера кашу варила гречневую, у меня мало куски сон, у меня пакет был открыт уже. Сегодня поставила рисовый варить, и у меня скисло молоко. Это пакет свежий уже открыла. Короче, я в шоке, что за молоко. И сейчас, короче, сумочки я уже пожарила. Сейчас мы позавтракаем и все, приступать к работе. Клей развела. Ой, в ведре. Сегодня он такой густющий. Надо водички добавлять. Сыночки, яйцо пожарил, сейчас хлеб отрежу. А себе сделаю вот так вот в пакетике. Намешала два яйца. Омлетик. Сейчас сварю в воде. Так что позавтракаем, пойдем работать. Вот так я себе яйцо варю, ребят. Ой, запотело все. Все, ребят, мы позавтракали. Я пошла в комнате, закрылась, я все приготовила. Такой у меня прикид в шортах. Мне так удобно клеить. Сейчас все обои вскрою, подготовлю. Я не люблю обои клеить. Я их не умею клеить. Терпеть не могу. Деваться некуда. У меня музыка стоит рядом. Сейчас музыку врублю. Ла-ла-ла-ла-ла, прятки. И я тебе... А сегодня утром уже такой прикол был, блядь. Села утром, что-то за компьютер я котенка поснимала. Думаю, пойду посижу чуть-чуть. У меня что-то так голова болела. Ну и все, короче, такая села, сижу за компьютером, наушники включила и музыку так включила медленно. И на наушниках там такой этот... Ну, громче, тише делать. И песенку я слушаю. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Ну, я сижу так. Тише, громче делаю, тише, громче делаю. Знаете, и, ну, как настроение такое. Потихоньку. И что-то я запела. Слух. А мой-то спал. Рядышком. Он такой, что ты поешь-то? Так громко. Я говорю, я громко? Он говорит, да. Вообще, ребят. Я тебе говорю, что вот музыка меня это. Ладно, сюда кину пока на пол. Потому что я пока сейчас их всех раскручу. Это. Успокаивает меня музыка. Настроение поднимает. Мне хорошо. И сейчас я утром проснулась в 7 часов. Кстати, ребят, мне не спалось. Я думаю, пойду я это клеить обои. А потом думаю, в смысле, я же всех разбужу. Он говорит, не надо было клеить идти. Уже бы заклеила. Я говорю, конечно. А какие без музыки? Мне надо сейчас музыку врубить. С музыкой. Так что нет. Я лучше это. Подождала, все проснулись, всех накормила. Сейчас буду приступать. Не знаю. Кирилл
терпеть не могу, я тебя обои вообще не могу. Я сейчас просто как представлю. Ладно, еще тут комнатка маленькая, потом на кухню. Кто-нибудь наклеите мне, пожалуйста. Это не мое. Я бы понаблюдала так, а я сама не... Сейчас вырезать. Мебель. Кошмар. Полный. Все. Сейчас буду намерять, отрезать. Начнем. В общем, я один рулон подготовила вот под эту стену. Я все померила. Сейчас с того угла я в эту сторону пойду, а с того угла туда к двери пойду. Все замерила. Тут у меня клей. Вот этим валиком буду мазать. Это специально, чтобы мне на пол не кидать. И губка еще у меня. Вдруг где-то что-то мне понадобится, я могу губочкой. Мне так удобней. Ну и тряпочки затирать. Я тряпками затираю, как раньше всегда делали. Кто-то валиком делает, это профессионалы, они там валиком заделают, или какой-то шпатель. Не знаю, ребят, я делаю так, как вот раньше мы делали, так и делаю. Что-то пятнышко в мусоринку увидела. Ну что, ребят, пожелайте мне удачи, чтобы я все хорошо сделала и мне понравилось. И чтобы мне настроение не испортилось. Музыку включаю, и я погнала вперед. Thank you.
говорит, я одну стенку наклеила, дальше мне уже замерять нужно по-другому, потому что у меня стены по высоте, они все разные. Из-за этого вот эта стенка у меня повыше, сейчас я уже замерила, тут чуть пониже, туда идет повыше. Я их замерила, сейчас я буду сразу 4 пласта сделаю. Здесь лист сразу я замерила все. Я обрезаю вот так вот, ровненько кладу, ножичком провожу туда-обратно. И простым кухонным ножом я, короче, делаю вот так. Они у меня ровненькие. И потом еду в ту сторону, и так я весь лист придерживаю, чтобы он с места не сошел, чтобы они были одинаковые. И весь рулон сразу режу. Подворачиваем, замыраем. Первый у меня лист чуть покороче будет, а дальше уже надо будет подлиннее сделать, потому что там по сантиметрам все длиннее. Ну молодец, куда не заходи. На стол положи. Что, нормальные были? Ну ладно. Все, походил за луком, за морковкой, сейчас буду, пойду плов приготовлю. Ну себе я супчик поставлю варить. Так, это у меня побольше, чуть-чуть. Чуть-чуть сторона больше. Потом только, когда я начну их клеить, мне обязательно надо будет перевернуть их вверх ногами, потому что я начну с нижней и с угла. Ой, коленка болит, на коленке не будем сидеть. И все, этот последний у меня тоже чуть-чуть побольше. В эту сторону, конечно, неудобно, там как было, он не дел. А в эту сторону чуть-чуть неудобно раскатывать. Я, ребят, вся мокрая вообще. Здесь жарко. Что? Ох! Я не знаю, где искать сейчас его. Где ты ищите? Так, мне чуть-чуть скотч понадобился. Я выйти не могу помочь вам ничем. Я тут закрылась и все, ко мне не пускают никого. Жарко, хоть купальник одевай. Ой, труба мешает. Такой кусочек остался. Ну, они как раз вот эти два кусочка, они пойдут как раз мне надо к ножу. Вообще нормально. Ножичек кладу. И теперь переворачиваю сюда в край. Нет, вот так вот, наверное, будет. Мне так удобнее будет мазать. Это у меня первый пойдет. Вот сюда его. Так, он у меня влезет. Чуть-чуть не влезет, но ничего страшного. Я под краешек подверну. Ой, ну, ребят, я мокрый, это вообще ужас. Вот сюда, не ближе. Самые три массы. Сейчас я тут так закатаю. Я краешки чуть-чуть так раз для этого, чтобы они на пол не заляпать. Чего бы мне кто кушать приготовил, было бы вообще кайф. Сейчас чуть-чуть кушать готовить. Вообще. Я хотела сразу с утра, когда стала кушать приготовить, но у меня не было лук с морковкой. Мне надо было идти за луком, за морковкой. Так что, ну ладно, сейчас наклею тут. И пойду кушать приготовлю, а потом уже буду с кухней разбираться, что там мне делать. Сегодня кухню однозначно я клеить не буду. Ну, я так предполагаю. Потому что сейчас я тут пока разберусь с этим. Это все ничего. Тут пластами раз-раз быстренько зашпарю. А сейчас здесь вот эти вот начнутся. Вот там вот это все начнется. Жесть, люблю побурчать. Я эту музыку слушаю и бурчу потихоньку, бурчу, как бабушка спала у меня.
Вот, ребят, мне осталось вот здесь возле батарейки кусочек заклеить. Та-дам, смотрите. У меня все заклеено. И сейчас еще один косячок, смотрите. И вот тут уголочек, полосочку мне надо вырезать и заклеить. Я заклеила. Но еще ура не могу сказать, потому что мне вот эти сейчас пока штрихи не доделал. Я их самую больше не люблю, эти штрихи. И, в общем, на все, про все у меня вот это то, что я клеила, ушло 2,5 часа. Ну, я выходила, еще отдыхала, конечно. Сейчас это доклею, вот эти кусочки, пойду готовить кушать. Все, ребят, на этом я закончила. Все сделала. Устала, правда, очень-очень. Вот так вот выглядит комнатка. Как вам, ребят? Оцените, пальчик вверху. Комментарии жду. Вот такая. Хотите на меня посмотреть, какая я? Смотрите. Кучеряшка, у меня аж на волос завивается. То, что здесь очень жарко, я воздух сюда не запускаю. Вся мокрая. Все. Тут свет выключаем, закрываем и пускай сохнут они, высохнут. А я приступать сейчас буду к кухне, но я буду, как сказать, не клеить обои, я сейчас буду мыть, потому что у меня муж побелил потолок. Он мне помог, молодец, я вообще рада. Все, потолочек побелил, сейчас он высохнет, а мне нужно помыть. Это музыка моя, сиди со мной. Видите, забрызгал. А он начал белить, а я была в комнате и ничего не закрыла. И тут так, что вон все забрызгано. Сейчас я буду готовить кушать и заодно все помою. Потому что мне нужно и в зале пол протереть, чтобы ходить босиком. И все помою быстренько сегодня. И кушать приготовлю, и все. Я больше сегодня делать ничего не буду. Думаю, так. Может, еще силы останутся, может, еще что-нибудь зафарганю. Фух. Так что... Не забываем пальчик вверху. Все, ребят, я посуду тут помыла. Рис промыла. Приготовила. Но посуду еще ничего не убирала. Что мне туда, куда убирать? Ложки с вилками сейчас уберу. А тарелочки тут на столе оставлю. Кушать будем с них. Поставила мяско. Почистила лучок, морковочку. И картошечку одну. Я супчик себе поставила. Сварю супчик. А здесь мясо у меня жарится. Сейчас я лук порежу с морковкой. А супчик я себе... У меня, смотрите, аж бы потеряшки вон заворачиваются. Супчик я себе хочу приготовить с этим. С кабачком. Так, если я сейчас чуть-чуть лучок оставлю, 2 кусочка на суп. А это полукольцами так нарежу. Готовлю, в принципе. Посуду сейчас... Ну, она тут у меня на столе и будет стоять, бокальчики, потому что я туда уносить не буду. Тут-то у меня все чисто. Обеденную зону обмоем. Подоконник помыть надо. Ну и все, и пол помыть. Вот это вот вынести, этот у меня клей еще стоит, я его не это... Крышкой накрыла ведро. Поставлю уголочек, завтра все равно обои клеить буду. Главное помыть мне пол, еще в зале надо помыть, потому что ходили они там натоптали. Я не могу, чтобы было натоптано, мне надо протереть, чтобы чистенько было. Так что завтра наклею, и потом, я не знаю, может завтра вечером уже в комнату занесем все. Посмотрим. Так, и морковочку еще тоже половинку оставлю. Так, мне хочется грызануть морковку, но мне в сыром виде нельзя морковку. Чего я так поперек начала резать? Не знаю. Обычно же кружочками режу. Что-то. Как мозг работает, вообще не знаю.
хотела опять в рот взять кусочек морковки. Так хочется мне его загрызть, но мне ее нельзя. Сейчас мясо у меня сварится на бульончик, на супчик. И так еще быстренько нарежем морковочку. А потом только останется закинуть, пока у меня будет готовиться, я быстренько помоюсь. Супчик у меня сварится, я таблеточки уже выпила. Они у меня все на столе бултыхаются за мной следом. Я где хожу, там они за мной следом. Не забываю про них. Вчера днем у меня температуры нету. Но живот до такой степени болит. Прям вообще воет. Прям, ой, не знаю, как объяснить. Очень больно. Какие-то такие спазмы болевые. Хотя таблетки пью. Но полегче стало. У меня отпустило, какая у меня была боль. Тяжесть была вот такая, все нагружена. Все отпустило как бы. Ну, вечером вчера температура была. Я вечером померила. 37 было. А днем нормально нет температуры. Ну как, днем сейчас я не мерила, а утром я мерила, не было температуры. Я как проснулась, сразу померила температуру. Не было у меня. И чесночок. Два зубчика кину еще. Зажаривать все по отдельности не буду я. Сразу кину морковку. Ух ты, чуть не зацепила. И лук пускай на все вместе тушится. И все потихоньку зажаривается. А мясо у меня чуть-чуть... Ай, схватилось. Приготовила. Сейчас бульон солью. Воды другой налью опять. И шкурку поснимаю. Не, пускай еще чуть-чуть поварится. Так что такие вот планы. Он покажет. Я мышку включу. Буду. Вот если бы легла, я бы уже не стала. Все, я бы потеряла силы. А пока я еще на ногах, я все, я двигаюсь у меня нормально. Мне самое главное сейчас не присесть, никуда не лечь, потому что я сейчас тут все убираю и сразу все выношу и начинаю сразу мыть все. Потому что если я чуть-чуть остановлюсь, то батарейки сядут. А мне нужно доделать. Могу понять, не открыли. Ты правда делала, да?
доготавливаю. Мои сидят на улице, их не пускают. Я пол помыл и говорю, не заходите, пока не высохнет. Сидят, ждут. Я сейчас морковочку нарежу. Так все сделаю, сейчас по супчику приготовлю. Покушаю, наверное, лягу, все-таки я отдохну. Все, чувствую, что я силы теряю. Кабачок у меня тут баклажан, но я в тот раз резала крупно. Ну и что, закину так. Крупные так крупные. И все, сейчас он чуть-чуть поварится. И я выключу. Не знаю, такой суп я еще не варила. Первый раз варю. Я люблю очень кабачки с баклажанами. И маленькую картошинку положила. Сейчас как раз плов доготовится. И все, я всех буду кормить. Так что, не знаю, прощаюсь или нет. Может, еще что-нибудь буду делать. Так, ребят, выглядит суп с овощами. Мне можно со сметанкой. Так что я сметаночку кинула. И вот мяско чуть-чуть можно. Я сажусь кушать. Вот такой чиполлино. Силы есть. Голодные. Как обычно, таблетки у меня вон рядом лежат. Ожидают. Ой, как вкусненько вообще. Я думаю, он холодный будет вообще еще вкуснее, чем горячий. Ну, ждать я уже не могу, пока он остынет. Ждать я уже не могу, потому что хочу кушать. Ой. Кабачок такой вкусный. Всем приятного аппетита. Ребята, в общем, на этом я не успокоилась. Я покушала, полежала чуть-чуть. Чувствую, что мне нормально. Вот такая вот пленочка у меня была, уже нету. Я пошла и обклеила шкафы. Что мне делать? Лежать просто так, что ли? На кухню, думаю, заходить не буду. Клеить обои это очень сложно. Завтра с утра начну. Ну, пошла тут, переклеила. Ну, смотрите, ну не красота же. Ну, конечно, чуть-чуть помучилась, ребят. Ну, ничего. Нормульненько, нормульненько. Окей, все, окей, окей. Шкафчики прикольные такие стали. Я еще прикольнее. Вообще жесть. Это мне просто не лежалось. Мне надо было еще что-то делать. Сейчас уже время у нас 11 часов. Думаю, надо идти ложиться. Мой уже пошел ложиться, говорит, ты идешь. Я говорю, иду. Он говорит, потом доделаешь. Я говорю, нет. Я вот это все доделаю. Сейчас я тут все приберу, все уберу. Что мне уже все чисто. Он говорит, доделаю эти шкафы. Он так мне говорит. Я говорю, я просто хочу закончить комнату, чтобы все, она мне уже не касалась. И начну с кухни делать. Он говорит, что ты, и кровать будем сегодня заносить? Я говорю, нет. Он такой, а то я бы сказала кровать заносить. Ну, вообще заносить. Кровать и все бы занесли. А что, комната готова. У меня пол чисто помыто. Все чисто. Можно заносить. И он такой вздохнул, думает, слава богу, не надо кровать нести сегодня. На время-то уже поздно, все. Уже надо идти ложиться. Сейчас пойду помоюсь. Нет, я еще покушаю, я таблеточки выпила. Сейчас пойду супчику еще перекушу чуть-чуть. А потом уже пойду спать. Так что... Не забываем ставить пальчики вверх. И комментарии жду, ребятулечки мои хорошие. Ну, я пока, если там написали в комментарии, я пока ничего не ответила, потому что некогда. Я просто увидела, что там пару комментариев, но я не ответила. Извиняюсь, потому что мне некогда. Я целый день в работе. Это я с утра вот проснулась, видео кинула. Я сейчас его лягу в кровати, я сейчас его обработаю, а утром кину и пошла в путь дальше работать. Так что, всем пока. Счастливо. Thank you.